Телескопическая мансардная лестница для мансардных люков шведского производителя Телестепс. На что хочу обратить прежде всего внимание, это на ее крепление. То есть вы сделали люк, крышка люка, которая живет, так сказать, отдельную жизнь, открываете ее. Сама лестница крепится к основанию люка на 6 винтов. То есть это очень простое крепление, примитивное, его может сделать любой. Как она работает? Вы ее закрепили с помощью вот этой веревки, опускаете, чуть приподняли, и раскладываете. Соответственно, для того, чтобы сложить лестницу, нажимаете внизу две кнопочки, складываете очень легко. Потом закрепляете ее, поднимаете веревки, все, дальше закрываете люк. Она не привязана к люку, она сделана из алюминия, соответственно, это очень надежная лестница, в отличие от деревянных. Очень простая в креплении, самое главное, и в использовании, не требует никаких специальных для этого навыков.